Итак. Все, ты готов? Не, не готов. Полетели тогда. Я тут почитал. Ну, там на компьютерах можно логи найти. Вот. И я там почитал, что один чувак. Ну, из этой четверки один чувак был каким-то профессиональным солдатом, который даже какие-то, ну, не профессиональным, как профессиональным наемником, который даже какие-то преступления совершал, его прикрыли, и он специально пошел в этот вот спецвойск, ну, вот эти секретные войска, скажем, из которых вот набирает этих заключенных. Второй В там отряд был, самоубийц. да, второй был какой-то чувак, который нашел секретные данные на владельца этого Santonian Corporation. И он попытался скрыться, заложить эту информацию там. Но его тоже поймали и тоже посадили в эти самые. Стерли его личность из мира. Вот, и посадили в эти. Интересно. Третий был какой-то индус, который там сочувствовал вот этим вот зараженным инопланетной этой жизни. И еще был что-то. Но я уже не помню, что там было. Ну что, понеслась? Да. А, блин, это же это. Фонарик. Да. Я что-то попутал с Lethal Company, думаю, как тут отсканировать? Да, кстати, похож. Я вот играл, блин, оно-то все такое одинаковое, знаешь, из разряда. Один рандаун, второй рандаун. И оно такое одинаковое по дизайну, все такое. Специально как будто сделано, чтобы тебя запутать. Все в лабиринт. Вот, ну, в общем, Ну да. Lethal Company на более хорошей графике и без рандомов. Да. Да. Вот, и, Ну, конечно, наверное, что там за... знаешь, что-то нашел там? Не, я хотел сказать, интересно, что за обнову в Lethal Company там. А А там ты что хотел какой-то. сказать? А я хотел сказать, что, в принципе, вот эту вот концепцию бы, Ну да, да. в реальном Lethal Company превратить. То есть Lethal Company, он такой хоррор. А тут, в Ну общем-то, да. хоррор, но со стрельбой. То есть можно и пострелять, то есть как бы. Вот. И реально из этой игры бы скорее хороший рогалик бы получился. Да, Или да. рогулит какой-нибудь. А не вот это вот все. Ломаем. Знаешь, проходишь одну миссию, вторую миссию, ну, типа эти рандомные. Где-то там появляются новые сектора там. Ну, реально, все эти рандомные по одной и той же схеме сделаны. Да, согласен. Так, у нас тут тулкит есть. Так, а у меня тут кто-то еще урчит, но кто, не понимаю. А, понятно, внизу еще. А, вот и тут еще двойня. Я тулкит использовал на боте. Блин, это бесит, что тут вот направляешь на кого-то и Вот, все. согрелся. Так, вроде Нормально. все. Закрыли. Так, ну что у нас тут? Кто-то тут еще скрипит зубами. Там по центру внизу. О, амупак. Один, правда. А, еще выше есть этаж. Так, зона 39, зона 40.
Дверка вниз. Будто храпят. У меня с моей стороны. Терминал. Может, посмотри локс на забей. Сагрились, но вроде нормально. Лог. Глобальное системное уведомление. Уведомление всех подключенных узлов. Внимание, предупреждение в температуре. Температура в помещении главного сервера превышает 38,9 градусов. Это фигня, это как бы это просто общее. Там есть какие-то вот через, ну типа хашки или как это называется. Ну когда там буквы, 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 потом слэш, буквы, буквы, буквы и 4 так. Там это получается, это как будто такое зашифрованное сообщение. Ну не зашифрованное, а просто сообщение лог, интересно какое-то. Попал. Вот это вот неприятно, да? Ага. Эмэнс. Локс. Ну да, вот только аутоген статус это общее такое. Так, а что нам нужно вообще? Найдите идентификаторы сотрудников в комплексе. Текущий прогресс 0 из 12. Сейчас попробуем найти что-нибудь. А. Лист ID. Есть такое? О, есть ID, кстати говоря. Query ID 94. Блин. Например, первый, где находится? Зона 40. Блин, то каждый нужно. Теперь два. Да, это 4 искать надо. X322. Зона 40. Если там ID последняя, 51, 8. Зона 45. Ты, самое... ты записываешь, да? Да. Ага, все окей. Окей, могу приостановить. Так, не-не-не. Так, тогда я не буду есть чипсы. Окей. Оно вроде не слышно, но не хочу все равно подвергать опасности. Окей. В перерывах между провалами. Ну что у нас тут получается? У нас там, я видел одну дверь и вторую дверь. Да, две двери. А тут вроде ничего не было, если посмотреть на карте. Я ведь прав? Я там вроде ничего не находил. Так, тут... А, ну, странно, то есть конечно. Нам все равно туда не надо. В противоположной стороне, как будто бы мы еще не смотрели ничего, да? А там тоже дверь. Да, там, кстати, тоже дверь. Давайте глянем, что тут за дверь такая. А тут второй уровень сложности. То есть 43, 44, 45. Нам все равно сюда нам придется идти. Вот такая вот загогулина. Ладно, пойдем. Пойдем в эту. Тут простая дверь. Не должно быть сложно. Скорее всего, здесь будет именно security. А, кстати, подожди, знаешь, что нужно сделать? Может, туда вообще и не надо идти?
Блин, тут вот это постоянное искание, где что находится. Оно подбешивает маленько. Так, значит, какой K Black 669, да? Да. А, query K Black 69. Зона 43. Зона 43 находится где? Зона 40. 38. Зона 43. Зона 41, 42, блин. Не, нам нужно на этот алярм идти. Мне так кажется, все-таки. Спросить, кто ж так строит? Кто ж так строит? Да, что там, зона 43? Нам сюда надо ставить, да. Я так чую, что нас будут прижимать вниз. Я поэтому тут тоже Наверное, возьму. танцы с бубном будут. А, нет, по идее, тут нет, и могут быть, наверное, танцы с бубном, да? Немножечко будут. Да. Надеюсь, не сильно много. Они еще и вниз, наверное, могут подтянуть. Да, я поэтому тут вот одну так поставлю. Так. Вот так Ну вот, да, тут чтобы. лестница как раз-таки. Лестница перекрыта, получается. Да, я бы еще вот здесь вот поставил этого болта. Я Тоже поставил. а, все поставил, да? Супер. Ага. Вот как-то так. Ты поставил? Да, я поставил. Наверное, вот здесь вот еще бы. Надо было бота вниз гонять. Он бы быстрее зашел. Ну что, давай попробуем. Давай. Че нам терять? Ван, они побежали. Красавчики. Ну куда ты нас поведешь? Да, вниз пошло. Так, большой пошел. Я ему сейчас яйца отстреляю. Ай! Вот он. Это как меня так? А, это меня турелью что ли убило? Да? Ой, блин. А, это меня турелью, блин, одним выстрелом просто хедшот. А это у меня. Тебя подняли? У меня, если что, есть эта лечилка. Бишопа тоже турели угандошила. Эээ, хорошая турель, да? Ню. Так. Вот, блин, хорошее начало. Хороший трейк. Блин, всех троих, что ли? Ладно, Пипец. мы бегаем, мы тут все полегли. Ну ладно, боже. Хоть патроны есть. Да-то патроны сберегли. Отлично, Трей, молодец. Где-то там у нас Хикс. Хикс, стой. Ага. Вот, все, больше Спасибо. нету. Сорян, больше нема. Так, как там установка устройств? Подними. Привет. Далекий планет. Впереди один. Ровно по курсу. Еще один. Угу.
трое прям собрались. Красавцы удалые. У тебя как? Я тут справа дверь открыл. Ага. Че там? Ящичек. И трое. Так, боты помогли. А, черт. Тебе помочь? Ты нормально? Ты там? У нас пошла смешная нарезка. Hello, хорошо. Прились. Ну, вроде нормально. И факты эти, блин, смешные. О, патрон нашел. О, нашел ID. Нашел. Аптечку нашел. Патроны нормально, не нужны. Кей Блэк нашел. Еще айди. Теперь у меня патроны нормальные, у меня есть аптечка. Для всяких нужд. Кто-то там скрипит. А кто не это понятно. За стеной сзади тебя, вон я и уйду уже к ней. Так, а здесь все пустота на самом деле. Чего нету? Убил? Заразил? Да, все, всех вроде убили. А, тут еще один. О. Кого? А, бот там. А, бота убили? Ну, не убили, уронили. Все равно неприятно. Еще о. Ящик внутри. О. О. Рефилка. А, кстати, Хикс. Хикс, Хикс, Хикс. Ты где? Так. Что там у тебя по здоровью? Вон, двадцатка. Что-то фигня какая-то. На тебе еще. И на тебе еще. Спасибо. Пойду, что патроны тоже скушаю. Давай, бери. Смотри по обстоятельствам. Так, кей, афроамериканец, у меня есть. Нашел. Третий класс аларма. Пятый? Третий. Третий? Неприятно. Неприятненько. Так, что там у нас дальше? Данно ведет. Третий, блин. Пипец, надо будет бегать тут. Плясать. Зона 44, зона 45. Да. Там мы посмотрели, да, все? Там. Ключ 669 у меня есть, если что, получается. Пойдем посмотрим, что там 669 нихера. Зазря. Может быть, еще ресурсов подожмем. Да ёкарный бабай. Там дверь была. Тут я тоже найти не могу. И... А вот это, наверное, да? Вот это вот, да. Да. Давай. Давай. Насколько я понимаю, ничего тут нету, да? Да? Вроде как, да. Как бы нифиг тут. Ничего тут. Ой, я случайно. Я хомуха. Я хорошо, типа что... тебе попал? Не, просто... Хорошо, что дверь закрыта была.
О, туман. Наши любимые. Что-то знакомое, по-моему, мы играли в это. Да не, не играли, это первый раз. Тут будет подъем, там посередине слева еще подъем какой-то. Да тут, знаешь, оно все одинаковое. Здоровяки внизу, да-да-да. Ну да, оно одинаковое. Это точно. Так. Двое внизу здоровых. Так, я со своей стороны тут. Да, вижу здоровяка. Можешь поставить турельки, и пускай они расстреливают нахрен все это дело. Тут помечать. А, на среднее. Ну а тут тут это он двое, да. Не помечается на самом деле. Короче, предлагаю делать немножко проще. Так, где у нас тут? Давай. Можешь, можешь, не трахай мозги. Так, ты поставь вот сюда. Вот сюда вот. Только не ставь еще, я с другой стороны поставлю сейчас. По команде расставим, да? Да, по направлению вниз, да, с да, лестницы. да, 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 да. Чтобы на Так, них смотрела сразу. да, сейчас ну не на них, просто вот в сторону низа. Ну давай, так, сейчас, 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 вот, я готов ставить. Ты готов? Давай, да. 3, 2, 1. Все. О. Ой, там больше было этих жердяев. Не говори. Так что не за. Ой, блин. Ты чё? Даже коцнули, зараза, а? Всё? Супер. Всё, зачистили сектор. Патроны, конечно, потратили, но тем не менее лучше, чем бродить в пустой, в этой самой, в тумане без толку. Мне так кажется. Так. Все. Я в этот самый в терминал. Я пока ресельбокс отрою. Ничего интересного. Амопак. Два штуки. Сейчас, подожди. Так. Какая зона? Ой, тяжело сказать сейчас. А там на термин. А, зона 39А. Да, зона 39А. Так. Сейчас. 6, 7, 1. Аптечка. Тебе аптечка нужна? Наверное, нет. Пускай боты заберут, тогда подлечится. Подожди, это какая зона реально? Зона 39. А, да. Как там было слэш Т в конце, да? Тире Т. Да, там в конце сразу же нужно. Тире Т. Да, написал там пин туда-сюда тире Т. Пробел тире Т. В зоне Б нашлось одно. Вижу, где-то рядом моргает. Ну просто обозначь направление. А, понял. За дверью, как раз таки, за которой я стою. Ой. Подожди. Сейчас. Закрой. Там не очень хороший человек стоит за дверью.
Сейчас я, подожди, я еще пингану. Иди 8-3-2-V-2-V-2-4-3. Опять зона Б. Да, там же. Последняя. 1-5-5-X-9-5-2. Первое прямо, второе направо было. И там же в Б. И прямо. Не, не, а ладно, там внизу посмотрели все, да? Да вроде как. Как бы я не буду дальше. Там нехороший человек за дверью стоит. Большой? Небоскреб. Да, может, небоскреб. По той же схеме, может? Главное не крутиться перед дверью, да? Угу. Вроде все. Так, два предмета было прямо, один справа. Я пошел направо. Пошел. Пошел. И филка. Дело хорошее. Тебе их съем, у меня меньше всего. Окей. Так, еще одна дверь. Каковая зона? Главное не упасть бы куда-нибудь. Это на чё там God Company? Чё он там ссутся, да? Ну. Мы в десантные войска определим, они там еще сраться начнут. Как говорили классики. Главное танцы, да? Главное не усраться. Недукает сей, конечно, позорный, но экологическая ситуация такая. А мы ваш позорный недуг, боевые подвиг определим. Короче. Опустите 42. Тут ничего нету, кстати, просто можно зайти. Готов? Ну. Там вижу сразу же жопа чья-то. О, большой чувак. Еще один вдалеке стоит. И еще один, их трое тут. Слушай, можешь на выход? Оставим турельки. Отдохнем. Предлагаю, знаешь что? Сейчас. Тут слишком много. Я предлагаю поставить на выходе на здесь вот на ну турельку. Да, и если что-то говорю. Пойдет не так, то быстренько отступить. Как тебе такой план? Можно и так.
Ну или просто перестрелять их сейчас прям тут. Их там Да трое. не, посмотри, у нас по патронам уже А у меня можно два как-то. аммопака, я могу раздать. Вау. Энтриганы у нас у всех заряженные. Давай я гляну, может, знаешь, можно по-тихому Ну давай. немножечко поубивать лишних. Как бы. Что-то какой-то нервный, блин, а? Попался. Я же не знаю, там тоже это сидит баба. Да, мне кажется, да. Давай быстренько тогда я попробую вот эту утёлку расхерачить и отвалить быстренько. Согласен? Хорошо, если что, я держу на прицеле его голову. О, хорошее дело. Стреляй как только. Если он дернется. Отступай, отступай, отступаем. Их там немало было, да? Душевно, да. Меня покоцало немножко. Ну хорошо, хорошо. Все. Дело хорошее получилось. Угу, все, зато можно спокойно идти. А не вот это все. Говно, правда? Лестница еще наверху есть. И дверь тут, в следующую комнату. И, конечно, больше не становится, но что делать? Тут дверь нашел. А, вот вижу. 40 Б, да. Окей. Наверху, да? Что-то интересное. Не, ничего нету. Я пойду тогда двери открывать потихонечку. Вроде ничего интересного. Кто-то уже хрипит. Ставь турельки сразу же по старой схеме. Так, один большой, ой, два маленьких, они очень близко друг к другу. Неприятно. Ой, ой, тут как минимум три. Давай на турелях их. Нехер. Пройдите вот эту херню. Так, что там у нас? Взял. Ну, там Это тоже ты что не поставлю. ставишь? Ну, что за... Вот, поставим, молодец. Что, я пойду долбану кого-нибудь. Ой, нахер. Уходим, 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 уходим. Пакет. Акитух, уходи, блин. Дуралей.
Ну, где вы там? Красавчики. О, проснулись. Хорошо. Куча патронов пустую, конечно, но тем не менее. Патроны не нужны на аму пак, вроде у тебя. Да не, вроде нормально. Есть. Центриган. У тебя, конечно, кончается. Ну, все кончаются. Тут тоже кончилось. У меня только самое жирное еще осталось. Что здесь за шум такой? Что, не слышали, что ли? Мы там шмаляем. Девушки, я тут ничего не вижу на самом деле. Где-то там в следующем секторе. Да, походу все не дошел шум. Вот на втором этаже, да. И пока покачу. О, смотри-ка. Три, четыре, семь, восемь, шесть, восемь, семь, два. Какой-то файл от Джеймса Дуранта к Дину Локвуду 13 июня 54 года. О, два ключа. Доктор Дауда — это доктор, который... Дауда — это, оказывается, доктор, который изучал этот вирус. Поляк, да? А? Поляк, да? Да не, индус какой-то. Так, аптечка. Три штуки. Я не хочу менять амупак на аптечку. Сейчас. А ты отдай кому-нибудь, что ли? О. Тут здоровый. Короче, тут паразиты и разносчики вируса, которые... Короче, инопланетная хрень. Слушай, тут полный аншлаг. Я даже не знаю. Еще поставим? Я пока никого трогать не буду. А то сейчас замес начнется. Ага, ну ясно. Тут, короче, на английском все непонятно. Все непонятно, как-то псевдонаучность какая-то. Ну, в общем-то, Дауда — это местный доктор, который работает с инопланетными жизнями. Он индус, то понятно. Либо доктор, либо таксист, да? Либо математик, да, либо таксист. Ну да. Расист, расист. Окей. Ну чё, попробую кого-нибудь долбануть, что ли? Или не попробую? А, что у нас тут? Еще какой-то. Блин, у меня тут сложности, у меня тут два... Чувачка. Одна большая чувиха. Вот эта вот Катюша, как ее обозвали. Ну там слева с противоположной. Ой, тут еще одна. Внизу. То есть у нас две бабы, один ровый. Как у вас там? Может мне не идти здесь где-нибудь? Ой, тут еще одна внизу.
Я даже не знаю. Давай, Ну, давай, тут, иди кстати, ковыряй. снизу ничего интересного нету. Один ящичек, я сейчас его открою. Давай. В принципе, можно и не трогать. Хотя Муфах X2, а? Так, окей. Вроде больше ничего нету. Пойду теперь по лестнице поднимусь. Главное сейчас не зафакапиться. Давай. Ну, здесь тоже, кстати, сложности. Что там двое? Слишком близко трое. Одного тронешь, второй загорится. И мимо. О, тут еще один Валера. Ну, красоты. Это типа Виталя, Валера. Виталий, да, Виталий. Пушки. Ой, ёб твою мать, тут еще одна женщина. Ну, внизу вижу одну женщину, Пиздец. да. Внизу там их две. А, По их углам две. стоит. Да. Плюс одна у тебя сверху стояла. Плюс еще Да. одна у меня тут стоит. Плюс Виталий один там стоял, один тут стоит. Ну, ладно, Да. может я... Так, что там у тебя хорошего? Может отойти вообще нахрен отсюда. Ну, я вот как бы тут лазю и смотрю, может, что интересное есть. Так, если я сейчас сюда спущусь, я смогу пройти мимо. Какой-то подъем наверх соблазнительный. Попробую к тебе отойти. Там Катя, там Катя. Если с лестницы спрыгнуть, они загорятся. Да нет. Мать, как же тут много всех, а? Ой, Виталя. Там, куда я смотрю сейчас, если по карте Да, смотреть. и за углом еще один. Я добрался до лестницы. Тут только артефакт. Ой. Здесь ничего интересного нету. Сверху там тоже ничего нету. О, пиздец. Ё, их тут еще сзади. Ой. Кто там? Да блин. Патроны не нужны? Патроны пока... Да, может быть... Пока...
Ну смотри по этому самому, нужны патроны. О, спасибо. Ну, все равно сорвалось, да? Да. В итоге. Я когда с лестницы спрыгнул, она, видимо, все-таки услышала. Ну, не спрыгнул, а спустился. Я с Да. этим ничего делать не мог. Да, неприятно. Зато ящик нашелся. А в нем рефилка. О, рефилка прекрасно. Рефилка это вам. Так, это нам, да? ОС-6. А у тебя что? А у тебя 5. А, мне тоже 4, кстати. Куда мне все делось? Все. Спасибо. Обращайтесь. 33-20. Бишоп, ты где шляешься? Чё ты не коцаны? Не по-пацански это. Ну все, больше ничего здесь нет, походу. Все-таки придется ту дверь открывать. Третьего уровня защиты. Что неприятно, конечно. Да, здесь больше ничего нету. Ничего, уходим, закрываем двери. И нас ждет третья дверка. Давай, проходи, идиот. Да забей, он зареспавнится где-нибудь. А, они все-таки перемещаются, да? Да, я заметил, что все-таки есть у них такая фишечка. Ладно, давай я гляну, что там у нас. Лист ID. Сколько осталось? О. Сколько нам еще нужно, не знаешь? А, три. Двери ID 31H 6. Зона 42. 1 8 А 2 5 9. Может где-то еще есть? Ну, в смысле, мы что-то пропустили, может, вот в чем фишка. 42, дальше. 22. 1А. 76. Два. Где это 42-я? Сорок один, 42, 44. 42-44. Сорок один, 42, это вот у нас тут дверь без безопасности в центральном зале. Без безопасности. О, хорошо, если без безопасности. Подожди, без безопасности. Ну, без проверки на безопасность. Тогда попробуем. С последней 9 3 8 x 7 2 7 41 42 44 45 n 4
45. And 113. 48. И 45. Окей. Иду к тебе. Она без безопасности? Угу. Ого, прикольно. Безопасность это мы там видели. Блин. В другой двери. Как-то спуститься. Нормально. Ага. Окей, без безопасности. Это приятно. Может она снялась какая-то. Мы готовы? Нет, третьего уровня это вот в соседней двери там было. Ага. А, точно там, где мы уже заходили. Да. Короче, находим ключи и уходим нахрен. Нечего тут выеживаться. В этой игре не надо выеживаться. Толку от этого нет. Так, свет. Так, один, два, три, дальше. Хорош, хорош, молодец. Так, иду по правому бортику. Так, маленький. Нормально, подстава. Я по лестнице поднялся, а там же, знаешь, анимация, когда он с него слазит, ты ничего поделать не сможешь. И я слез, ну, залез прямо на бабу. Что тревогу не подняла? Нормально. Так, амо пак. Так, 41Б. Тут один амо пак лишний, который некому взять. В смысле лишний? Все лишние, ну, сам бери. Ну, бишоп аптечка, у меня тоже амо пак. Две штуки где лежат. Вот, как вам забраться? А вот вижу. Вот здесь вот. Угу. А, вижу. Так, что у нас по патронам? 32, 50, 32. У меня есть, у Бишопа есть. Как это надо дать? Ну все. И больше ничего нету. Больше ничего нету. Сейчас следующих ящиков все проверили. Там два. Да, два. Тихо. Три. Наверное, твоя помощь можно понадобится. Вот здесь, можно вот здесь забуриться. Тут этот самый терминал. Было бы хорошо вот потыкать. Поставлю. Если что, отступаем назад. А, два ты между этих. Я думал, там два здоровых. Так, как тогда какого? Все, супер. Красавчики. Так, что тут интересного? Лох. Ничего интересного нет. Окей, даже не буду тыкаться. Хотя, ладно. Хотя, подожди, это какая зона 41Б? List Zone B.
41. Я сейчас дверь открываю с Z41C. Раз. Пинг, ID. 1 в 749. В зоне Е. Есть. Один этот айдишник. Ой. Что-то я немножко. Либо я немножко, либо что-то другое пошло. Да, ничего, все равно есть. Пустая комната. Очень большая зона 41C. Угу, вообще пиздец. О, простите, по-французски. Вижу там. Ой, впереди один. Там этот скаут. О, скаут. Вот там дальше чуть-чуть дергается. Со скаутом что-то я не знаю как-то. Я разучился его нейтрализовать. Ой. Кто-то проснулся, что ли? Тут, кстати, дофига народу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять. Забавно, что по лору, то есть не по лору, а по механикам, эти существа не могут не становятся, ну как бы от света пробуждаются. А тут оно прямо свете так стоит, такой красавчик. Ну да. Слушай, а там два скаута, что ли? Походу. Пец. Да. Что-то у нас зона 41Е в моей стороне. Тебя что там? Такс. Подхожу. Встаем. Давай. Да, ты же сам справился. Зона 42. О, пустая. Пустая. Отлично. Может, попробуем сюда, в зону 42 открыть, а потом уже... Давай, да. Сейчас. Дай-ка тут ящик просто. О, аптечечка. Аптечечка. Что у нас по аптечечкам? 20. Ты двадцатник. Надо тебя подлечить. Спасибо. 40. Меня, наверное. And... Как это может, или тебя лучше? Тебя лучше. Спасибо. Кешки. Так, что там у нас? Ничего не видно. Ну давай здесь, что ли. Там в Ешке то точно один есть. О, мы что-то пропустили, кстати говоря. Тут бегающие. Вот он, ящичек. О, рефилка. Рефилка на турельке. Сентриган, у тебя 25. Надо тебя под это самое. Раз. Дальше. Спасибо. Сентри 44. Я себе поставлю. И нормально. Окей, пойдем? 42. Пойдем. Там вроде бы больше было. Ребята, давайте все вместе. Ящик. Что-то я какую-то херню записи сделал, походу. Где-то я нажал не ту кнопку. Что, не пишет, что ли? Не, я записал, но
по-моему, где-то будет перерыв. Обрыв надо будет склеивать. Так, у меня такое ощущение, что надо сентриган ставить, потому что это... Мне эти большие не нравятся. Ой, да, большой. Катюша. Виталий, Катюша. И всякая херня. Как тебе предложение поставить? А, ты с этим смотришь, а я думаю, а как ты видишь? Да, у меня тут отличное есть место вот так поставить на вход, и все. А, я вот подальше что-нибудь так вот. А этого наоборот сюда куда-нибудь. Так. Мне так кажется. Если ты не против. О, артефакт. Угу. Ну что, мы готовы? Да. Пойду-ка попробую кого-нибудь убить. Без. По крайней мере, это. Ты видишь. А, вот так он прям тут, как прям двое тут. Ой, все, отходим, 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 нахер, 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 отходим. Ракетная баба слишком жесткая. Ага, согласен. Да, она как это с дыркой прямо вот существует. Вот это прямо вот. Она сейчас стреляет. Да, спорами какими-то стреляет. Нормально. Зону почистили. Угу. Может с фонариком бегать свободно, а не вот это все дерьмо. Сорок два Б, походу. Ну, хватит, подлечил меня, спасибо. Ага. Транзитная зона какая-то. Не говори. Че нету? Так. Ой, 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 что это такое? Тихо, тихо, тихо. Так, спереди одна чувичка. Вот эта дальнобойка. И что-то там. Вот нам идет. Или нет? А тут не понятно. Нет, скорее всего, не идет. А, вон она. На нее свет не действует, кстати говоря. Вон она, видишь, такая красавица. Волосы. Волосатая. Ой, ой, ой. Подхожу. Может сюда поставить? Ну ладно, потом поставим. Тихо, сзади подошел, быстро сунул и пошел. Блядь, не пошло, не получилось. Ставим. Да, что-то. Ой, они с другой стороны еще пошли. Так, теперь нужно вон туда. Так, отходи обратно, отходи, если ты там. Где обратно? А все, сейчас. Все. Справились. Было забавно. Извини. Да ничего. Так, винтовка с двойным выстрелом.
Мне она нравится, я с ней в последнее время только и бегаю. Хорошо. Я думаю, надо один амупак мне, один амупак тебе. О, айдишечка. Сколько? 10 из 12. Так, эта зона точно зачищена. О, 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 патроны, рефилка. Отлично. Вот тут вот. Так, что по патронам? У меня вроде хорошо все, у тебя? Да, я тоже сейчас, я тебе себе одну дал. Ага, так, что по рефилке, снайпер, турет. 39, я вот себе возьму одну, и тебе надо дать. Так, а этот патрон забрал за раз. И мне их отдал, блин, паразит. Ну, острый недостаток свинца в организме. Да. О, есть файлик. Сейчас почитаю. Посмотри, что там может еще интересное вокруг есть. Okay. Пытаюсь разобраться. Так. The Block Cipher. Что-то там Доктор Стоук. Я только что сделал репорт и обнаружил что-то странное. Ящичек. Я не понимаю, что происходит. Это где... Может, вы поймете? Ага, КСО Бишоп. Во время сброса на сайт мы обнаружили security офисера. Подожди, маску security офисера, которая была сломана, зажатой под ланчевой платформой. Мы обнаружили, что эта маска принадлежит Бишопу, единственный оперативник, который вернулся из EF-01. Тем не менее, Бишоп имел все оборудование, когда он при нем, включая его маску. Маску, которую мы нашли, была также другого дизайна, чем маска Бишопа, но в сам определенный момент Бишоп точно носил эту маску. Она была в его ДНК. Я пошел к мистеру Пиросу, я объяснил загадку. Пирос информировал меня, что оборудование Бишопа полностью зачислено на складе. Я спросил мистера Пироса, давали ли они Бишопу какое-то новое оборудование после экспедиции. Но мистер Пирос сказал, что Бишоп использует то же самое оборудование, которое ему дали, когда он был доставлен на Гарганту. Мистер Пирос отказался давать мне больше информации на этот момент времени и просто остановился в ответах, ну как бы перестал отвечать. Я не думаю, что он что-то прячет, скажем, там, скрывает. Мне кажется, он просто... Ему нечего было сказать. Итак, у нас есть эта маска. Я не знаю, что значит ли это что-то, но я озадачен. Я сохранил артефакт, и нужно проверить его на каких-нибудь тестах. Дайте мне знать. Нолан Коннор. Конец файла. Ну, короче, тут, походу, многодименсиональная хрень есть. То есть пойдёшь это как бы... Мне? Так, сейчас у нас что? Это какой? 42, можешь, да? Не искать больше ключи никакие. А ты все нашел? Да. Последнее, да? У нас было поровну. Оу, красавчик. Все, надо валить. Нехер тут больше делать. Зачем еще одного скаута гневить, правильно? Да, и зону третьего уровня тоже, думаю, не надо. Да. Что там, логи искать? Ну, это для самых упертых. Ну да.
Так, где мы тут находимся вообще? А? Потерялся, я потерялся немножко. Блин, где мы? Вот она дверка, да, вот она дверка. Дверку сломали. Интересно, откуда они здесь взялись, чтобы дверку сломать? Да. А ну, как бы они же с двух сторон. Тут же можно пройти. Ну, я имею в виду, вторую дверь они не сломали, значит, они в этой комнате спаунились. Ну получается. Да. Да, это, конечно, забавно. Что это за хрень? А это лампочка. Так, тут может такая хрень быть, что иногда респаунится эти. Так, а вот сейчас надо будет, наверное, эти самые поставить. Турельки. Там мало ли еще там. Подожди, а мы с другой стороны не поставили. Не, я так понимаю, не надо. А, ну да. Это было просто. Ну, как бы просто не просто, но, в общем-то, да. Довольно. Непаривно. О, ачивка какая-то вылезла. Угу. О, штаны дали. Приятненько, да. А мне такой усилитель. И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описании. Там наши дискорд-сервера Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все, пока.